Все, что осталось от магазина компьютеров, вывески под окнами жильцов пятиэтажки. На старой рекламе самые предприимчивые уже вешают новые объявления. Ведь офис компании давно закрыт. Где искать хозяев, никто не знает. А люди жалуются. Табло закрывает обзор, да еще и представляет опасность для жизни. Вдруг кому-то свалится на голову. А здесь нет этого компьютерного магазина. Зачем эта вывеска нужна? Она же не соответствует действительности, эта вывеска. Она просто не нужна здесь. С бесхозной рекламой разберется городская администрация. После жалоб от жителей вывески демонтируют управление наружной рекламы. До конца года по всему Владимиру со зданий снимут около 120-150 рекламных конструкций. Это световые панно, баннеры, вывески и наклейки. С этого здания на Подгорной сегодня снимают все указатели. Сложности определенной нет. Единственное, что по времени затратно, временные затраты. А так ничего сложного. С представителями, да, организации мы общались. Обещали они демонтировать сами, но тем не менее все осталось, как и прежде. Чего только не обещает местная реклама. Шиномонтаж, автомойку и даже автосалон. Но на самом деле все фирмы давно закрыты. Предприниматели съезжают с арендуемых площадей. А тратить деньги на демонтаж рекламы не хотят. Но надеяться на то, что город возьмет на себя чужие расходы, нерадивым предпринимателям не стоит. За несогласованные вывески пришлют штраф от 2,5 до 5 тысяч рублей для ИП и до 10 тысяч для юридических лиц. Возмещать придется и затраченные средства на демонтаж. Горожане не против вывесок на улицах, но просят бизнесменов при выборе рекламы быть ответственнее. Это должно быть гармонично, это должно вписываться, так сказать, в общий вид, наверное. Вот. Должна быть вывеска корректная, без орфографических ошибок, потому что очень часто идет орфография. Вот. Ну и все должно быть красиво и все должно быть разумно. Такие же требования к рекламе у городских чиновников. Чтобы вашу рекламу не демонтировали у вас на глазах, ее просто нужно вовремя согласовывать. Для этого всего лишь нужно принести заявление и свой проект в управление наружной рекламы. Валерия Саенко, Егор Хрыбко, 6 канал.